Ну, как всегда, всем счастья, счастья и счастья. Обещала вам сюрпризы. Нет, интриги. Вот, обещала интриги. Ну, вот первую интригу открываю. Это платье, которое опять сшила. И опять оно сшилось, ну, вы себе не представляете, улетело. Прям вот просилось в мой гардероб ко всем своим подружкам и другим. Я подушилась, сразу его сшила, я его подушила и туда к подружкам отправила великолепно. Себе там королевишной чувствует это себя платье среди всех других. Я вставлю сейчас вставочку из того, что я поставила на Instagram, и там вы полностью его увидите. Это зарисовка, это маленькое такое видео из Instagram. И полностью там увидите это платье. Ну, вот такое вот чудесное платье, которое тоже сшилось очень легко, сшилось очень быстро. И вот я такая думала, хочу белое платье, хочу белое платье. Ну, вот я думаю, как-то вот этим, именно вот этим и успокоюсь на белом платье. Вот такое прям сейчас белое не хочу, а именно вот это вот стало, вот заменило это мое желание иметь белое платье. Сшилось очень быстро, сшилось очень легко. Кто-то говорит, Розана, покажите мастер-класс. Ну вот еще раз хочу сказать, что, конечно, все, кто делает каналы по поводу шитья и по поводу и по теме еды, шитье, вязание, еда, это такой сложный канал так вести, это очень сложно вести канал. Это умницы большие, кто ведет эти каналы. Это сложно, действительно. Абсолютно нужна аппаратура определенная, освещение, показывать на камеру. Потом эти как-то кадрики эти все собрать надо. Ты не можешь показывать час, как ты кроишь пройму. Ты же все-таки не так делаешь, как ты. А показывают, допустим, за 10 минут. Это же не берет 10 минут. Вымерить, нарисовать. То есть это все потом в кадрах собирать. То есть это... Каналы великолепные, кто ведет эти каналы. Это труд большой, действительно. Всегда надо лайк поставить, всегда доброе что-то сказать, потому что эти каналы сложно вести. Так же, как вот кто готовит. Это мы видим, за 2 минуты она приготовила блюдо. Это как все скомпактовать, эти кадрики собрать, прям малюсенько-малюсенько собрать и сделать, чтобы за 2-3 минуты тебе показать, как что-то сготовить. Это действительно сложно вести эти каналы. Они заслуживают большого-большого уважения. Ну и у меня нет профессионально, но у меня стола нет, там освещение, камеру куда-то повыше надо, чтобы освещение было прям сверху тебе было. То есть мне показывать, есть очень много каналов, которые все это показывают профессионально, поэтому мне профессионально нечего. И там я что-то есть, я где-то показываю. Ну вот комментарии с прошлого видео, великолепные такие чудесные комментарии. Ольга пишет: «Добрый день! Вчера услышала, как зачитали мой комментарий, даже заплакала от неожиданности. Это мой первый комментарий в жизни. Только недавно стала осваивать премудрости интернета, да и работу с компьютером, конечно же, не без помощи детей. Немного неверно написала, что я стою с руками 8 месяцев. Не могу просто стоять. Все время хожу, а чаще еще и танцую. Вот хочу спросить, ничего, что я не могу просто стоять? Удивительно, вы как будто видите мою жизнь. Все видео выходят все так вовремя. Очень много поменялось в моей жизни с вашим появлением. Спасибо вам огромное, что вы есть. Здоровья вам и счастья». Ну, это пишет Ольга. Ну, умница! Начала осваивать компьютер. Освоила компьютер, начала писать. Написала, услышала здесь...
Вы послали что-то хорошее, вы получили. Я послала что-то хорошее, я получила хорошее. Это вот так работает. Умница. То, что вы стоите 8 месяцев и пританцовываете, великолепно. Делайте, как вам удобно. Еще раз говорю. Кто-то чуть-чуть приседает, кто-то чуть-чуть наклоняется. Кто-то ровно к стеночке встанет, потому что не может стоять. Спина еще, допустим, не позволяет, еще плечи не позволяют. Кто-то к стеночке встанет, руки поднимет, стоя так стоит. Кому как удобно. Все делаете вы правильно. Умница. Продолжайте. Продолжайте, будете... Еще больше будет жизнь меняться. Ольга, другая Ольга пишет. Платье чудесное. У вас уже должно быть море поклонников среди мужского населения. Море. Море поклонников. Хватает. Спасибо. Вам очень идет это платье. И цвет 100% ваш. Это прошлое вот платье, которое было в клетку. Спасибо большое. Я говорю, вот знаете, каждый комментарий, вот читай и получай удовольствие. Читай и комментируй. И прям получится целое интересное такое, знаете, повествование. Зульфия пишет. Розана, вы такая классная и позитивная. Случайно зашла на ваш канал, так как вы старшего поколения. И залипла. Всегда оставайтесь такой. Спасибо вам большое. Спасибо, Зульфия. Спасибо. Дальше смотрим. А мне помогла выстоять моя работа учительницей в школе. Ведь ученикам не нужна унылая училка. Как бы ни было тяжело, надо было улыбаться. И это очень спасало. Браво, умница. Такой труд учительницы. Такой чудесный труд. Сложный. Действительно, вы должны быть всегда в хорошем настроении. Потому что ученики берут пример. Всегда на протяжении всей жизни все мы вспоминаем, кто-то свою первую учительницу, кто-то учительницу математики, кто-то преподавателя какого-то. То есть, конечно, вы должны производить впечатление уверенной, счастливой, строгой, но доброй и так далее. Умница. Проработала учительница, и меня эта работа спасала. Очень с вами солидарна. Спасибо, что написали. Это написала Ирина. Хотелось бы еще вас увидеть в платье с открытым декольте. Вы красотка. Интрига. Упражнение делаю. Результат супер. Написала Татьяна. Вы знаете, так не люблю. Даже вот чуть-чуть ниже вот так вот вырез не люблю. А тем более открыть декольте. Не потому что я с каких-то строгих правил. Я просто это не люблю. Вот я люблю наоборот как-то. И очень почему вот здесь люблю зиму, да, холодное, все, но я так люблю, когда вот здесь все закрыто. У меня нету ни одного вот так вот с ветерочка. Как-то вот я люблю прям подзакрыть, чтобы горлышко, вот это место всегда закрываю. Поэтому в декольте нет у меня. Может быть, где-то в круизе мы когда ездили в круизы, там где-то, может быть, есть какое-то. Ну, есть там, но не очень люблю. Многие очень пишут. Алматы делают упражнения с Розаной. Мне 53, а маме 74. Поднимаем руки. Бесконечно вам благодарны. Написала Ирина. Умница! С мамой делает 53-74. 53 ни о чем. Еще молодая совсем. А 74 вообще еще ни о чем. Совсем еще ни о чем. Молодые женщинки делают упражнения. Спасибо, что написали. И умницы, что делаете. Я тоже со своей мамой делала. Мама в 85 начала делать, а прожила 96. Начала в 85 делать, похудела в 70. Так что супер, что написали. Спасибо. Благодарю, обожаю все ваши видео. Счастья и радости в сердце вам, дорогая Розана. Обнимаю через океан из Одессы. Наташа. Я вас тоже обнимаю. Спасибо вам большое. Ах, Розаночка, так приятно вас слушать и смотреть, и наблюдать за вами. Счастье, радость, чудо и любовь. Анна написала.
Анечка, умница. Вот вы часто пишете вот эту фразу: счастье, радость, чудо и любовь. Она вам настолько села, потому что вы в комментарии мои и на одном канале, и на втором канале, и на третьем канале вы мне пишете комментарии, и вы всегда эту пишете фразу. Это вы себе такую сделали работу, потрясающую. Вы сделали себе такую базу, создаете. А теперь вот от этого комментария перейдем вот к то, о чем мы с вами говорили в прошлом видео, о том, как оставаться позитивной. И я вам обещала, что я вам об этом расскажу, как оставаться позитивной, что это такое и почему я, откуда вот такой позитив. Все рядом, все просто, ничего нового не скажу. И я это говорила во всех видео, и вы это слышали и знаете. Оставаться позитивным – это твои мысли. И эти мысли, которые ты выражаешь. То есть первое – это твоя мысль, которую ты потом говоришь. Мысль, слова. Вот, посмотрите вот на этом примере Анны. Вот она эту фразу взяла: «Счастье, радость, чудо, любовь». Вот она мне в каждом комментарии напишет: «Розаночка, спасибо, счастье, радость, т-т-т». «Розаночка, очень приятного, та-та-та-та, счастье, радость, чудо, любовь». Вот вы этим сам, вы даже, может быть, неосознанно, вы себе делаете базу позитива. Наш позитив – это наши мысли. Наш позитив – это наши мысли. Еще раз и еще раз говорю. Это не таблеточка, это не тот, кто тебе что-то скажет, или тебе подарочек сделает, или тебе любимой тебя назовет. Только ты сам в своей голове. Ты себе, когда ты говоришь себе, позитивно мыслишь на любую ситуацию. Но когда ты позитивно мыслишь, вот ты создаешь вот такую базу, такую зацементированную базу из этого позитива. И чем больше ты его создаешь себе, чем дольше ты это делаешь, то у тебя получается такая уверенная, такой зацементированный фундамент позитива. Ты на него всегда опираешься. Я во всех видео вам говорю: мысль. Те, кто меня услышит сейчас, те, кому это сядет в голову, не всем, не каждый услышит, не каждый поймет, не каждому время, значит, пришло. Всегда, когда приходит время, находится тебе учитель. Находится твой мудрец, находится твой гуру. Но это не персонально кто-то. Это может быть вот видео вот так посмотреть, кто-то говорит. Это можно книгу какую-то почитать и найти себе вот эту вот мудрость, какую-то базу, какое-то слово, мысль какую-то. Это можно статью какую-то почитать. Это просто где-то ты стоишь в очереди или ходишь по магазину, или едешь где-то в автобусе. Кто-то диалог вдвоем разговаривает, и тебе доносится какая-то фраза, которая тоже является тебе ответом на что-то. Это вот все вокруг, это все учителя. Я всегда говорю, никто не друг и никто не враг, это все учителя. Поэтому кто вот сейчас готов, кто это услышит, кто это поймет, кто не поймет, это значит просто вам не время. Это так вот складывается. Мысль еще раз и еще раз. Позитивным человека делает мысль. Если ты, любая ситуация, которая к тебе пришла, у тебя есть заготовленная фраза, вот оно тебе не говорится, а ты говоришь: счастье. О, потом ты раз и улыбаешься, оно поднимает. Другое какое-то слово, набор каких-то слов. Я всегда говорю, ну, счастье, это у меня просто, я еду в машине, и оно у меня прям, знаете, вдруг выскакивает это слово, счастье. Вот я помню, мы всегда там едем куда-то с мужем, что-то такая тишина в машине, какая-то музычка играет, куда-то едем, и вдруг я говорю: счастье, вот как, вот, знаете, как будто мне вот свалилось счастье. И вот это была вот такая вот атмосфера сразу вот. Есть, значит, вот такой набор, у каждого свой соберется набор слов. Я всегда доверяю жизни. Я жизнь не боюсь. Я доверяю жизни. Даже если что-то ты сделал неправильно, не потому, что ты плохой,
Потому что то, что ты сделал в молодости что-то неправильно, почему ты сделал? Ты не понимал. Если бы ты сейчас сделал то, что ты сделал тогда, то ты это делаешь осознанно. А когда ты делаешь, ну ты не понимаешь. Не понимаешь. Так это просто твой опыт. Я всегда говорю, я же доверяю жизни. Даже если я сделаю что-то не так, это был просто мой опыт. Я буду теперь понимать, что здесь я сделала неправильно. Буду дальше пробовать. Поэтому у каждой свой найдет вот эту базу. И чем она вот этих слов, фраз, это мысли, вот которые вы себе под эту базу поставите, соберете, вот это и будет ваша опора. Вот это и будет на то, что вы опираетесь в любую минуту, которая с вами случится, какая-то неприятность или непредвиденность. А тем более, если ничего не случается, а ход событий идет как идет, все равно эти слова говорите, все равно вы эту свою фундамент, эту свою базу, вы ее укрепляете позитивом. Ну вот как-то так, я не знаю, кто как услышит, кто как поймет. Еще раз и еще раз. Для того, чтобы быть позитивным, мысли. Вот у меня есть другой вот этот канал, «Талисман радости». Вы знаете, вот такое слово вот не очень красивое, вот тупо его слушать и смотреть. И там ты, слушая, просто вот тупо слушать, что я говорю. И там вот ты набираешь вот эту базу, вот ты ее прям вот себе, вот все, что там отработано, все, что там я рассказываю, это мои огромные наработки. Вот там ты выстроишь вот эту базу, ты ее себе создашь. Ты на нее сначала опираешься, она немножко такая слабенькая, потом немножко лучше, лучше, лучше. И она потом, знаете, прям вот прям зацементирует, упор такой будет. Просто тупо слушать. Там вбивается в голову позитив, то есть вот эта база, она там вбивается в голову. Так же, как и эти мои видео. Они цементируют, вбиваются. И скажу еще из своего опыта, ни одного в жизни, это было связано с моей работой, ни одного человека, которого я вытащила вот так за волосы, там, где человек был на дне, откуда не поднимаются. У меня большой опыт. Только чем? Мысли и слова, которые я говорила. Очень многие, находясь возле меня, окружая меня, вышли из того, откуда не выходят. Ну, это отдельная когда-нибудь тема будет, а может быть и не будет никогда, потому что есть определенный кодекс, где ты не можешь разглашать какие-то чужие частные личные жизни. Поэтому могу вам сказать, что да, тупо смотрите вот тому, кто надо, тому, кому это надо, кто это, в чем, ну вот подошел к тому, что встретился. Вот этот один из учителей, который нам по жизни встречается, вот в чем-то, может, кто-то готов уже к этому, потому что когда ты готов, тебе это найдется. Там создается база. Да, это работа, ты это наслушать должен. Оно сесть должно в голову, но оно садится. Ты должен создать себе базу, уверенную, основательную, такую зацементированную из позитива, на что ты опираешься. И тогда ты остаешься позитивным в любой ситуации. Ой, тут что-то я разошлась. Ну что, вот счастье, счастье. Счастье, посмотрите. Не перестаю. Вот что, им, наверное, неделю, а как будто бы они, вот посмотрите, как будто бы только-только пришли. Вот. А им неделя уже. И они еще, наверное, будут. Они стоят почти недели три. Так что всем счастья. Всем создать себе в своей голове. Еще раз говорю, это только ты сделаешь сам. Это ты сделаешь сам. И это будет самое ценное. Ты сделал сам. Не кто-то тебе подставил костыль, и ты пока на нем прошелся, а потом, когда
Опять остался, опять никто ты, опять ничто ты, опять у тебя куда-то ты провалился в какую-то грусть. А когда ты себе сам создашь, ты никуда не провалишься. Это твоя база под тобой. Ты ее себе создал. Проваливаться некуда. Она у тебя, упор у тебя есть на что? На свое. Ну, в общем, бесконечно вас всех уважаю. Спасибо, что смотрите видео. Спасибо, что лайки ставите. Конечно, не будем забывать про платьишки. Не будем забывать про всякие какие-то то серьги, какие-то украшения. Будем, что, жизнью наслаждаться, потому что жизнь – это удовольствие. Несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Один единственный. Вот ты начал путь, ты прошелся и опять пришел туда. Куда? Куда? Все мы в одном направлении, в разное время, в одно место все придем. Поэтому... Наслаждение, жизненное наслаждение. Все, обнимаю вас и, конечно же, до следующих встреч. Всем пока!